И сейчас возвращаемся в нашу страну. В Павлодаре обсудили актуальные проблемы казахстанской металлургии. Ведущие ученые страны предложили свои разработки, которые в будущем помогут сформировать карту научно-технологического развития алюминиевой отрасли. Инициатором инновационного хакатона выступило Министерство науки и высшего образования. Такие дискуссионные площадки позволяют объединить усилия ученых и промышленников для решения конкретных технологических задач, заявил вице-министр Дархан Ахмедзаки. Хакатон сосредоточен на будущем отечественной цветной металлургии. В частности, его участники обсудили варианты модернизации глиноземного завода и в целом переработки отходов алюминиевого производства. В числе приоритетных задач — эффективные методы извлечения галлия из продукции Павлодарского алюминиевого завода. Вот в рамках данного хакатона мы понимаем, что это совместно. Сами ученые, они могут только сформулировать проблему, задачу, а как вот совместно достичь решения вот этих вещей, это только вместе с производством. Ожидаем, что по итогу будут обсуждены конкретные методы решения и сформированы научно-технические задания. Это будет как раз-таки ярким примером, когда наука является однозначно не только полезным, но и будет осуществлять существенный вклад в решение конкретно производственных задач.